Сотни тушек домашней птицы отправляются в огонь, потому что даже находиться рядом с ними смертельно опасно. Птичий грипп. На кадрах один из очагов болезни, который в Татарстане был зафиксирован в октябре 2020 года. Тогда пострадали Буинский, Дрожжановский, Муслюмовский и Зеленодольский районы. Спустя год вспышка произошла в Тукаевском на перепелиной ферме, где были вынуждены уничтожить больше 50 тысяч пернатых. По данным ученых, птичий грипп мутирует. В мире фиксируются случаи падежа и других видов животных от данного заболевания. Нужно быть крайне бдительными по этому вопросу. Вопросу безопасности птиц и животных сегодня уделили большую часть традиционного субботнего совещания с участием РАИСа Республики. Как сообщил главный ветеринарный врач Татарстана, сейчас в регионе работают контрольные посты у моста через Волгу в Верхнеуслонском районе и на дороге у Челнов. Для усиления нужен пост через Каму в Алексеевском районе. Сколько постов надо, столько постов поставьте. Это очень серьезная угроза. И здесь только превентивные меры. Мы потом, когда начнем бороться, ничего не сделаем. Единственный путь – это сжечь потом то, что у нас попал в этот очаг. Несмотря на то, что прошлый год для республики оказался благополучным по птичьему гриппу, по африканской чуме свиней дела были хуже. В Татарстане тогда выявили 11 очагов инфекции, пострадали сразу 7 районов. Поголовье свиней в хозяйствах было снижено с 19 тысяч до 2700. Шел отстрел диких кабанов. Чтобы подобного не повторилось в этом году, Рустам Миниханов призвал подключиться прокуратуру, Россельхознадзор и глав районов. Значит, мы обратимся в прокуратуру. Так как это связано с безопасностью граждан, попросим Россельхознадзор, значит, полностью провести вот эту работу. И на уровне муниципалитетов, значит, я к главам обращаюсь, донести, чтобы по личному подворью тоже дать памятку, разъяснить, на что обратить внимание. Как отметили на совещании, у Татарстана тесные экономические связи со всеми регионами России. Только в прошлом году в республику завезли почти 50 тысяч голов крупного рогатого скота, причем больше 12 тысяч импортного. РАИС республики подчеркнул, вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. Рамиль Шайдуллин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.